Почти стопроцентная строительная готовность. Здесь уже начали благоустраивать территорию. Внутри домов завершили так называемый социальный ремонт. Однако сдадут их не скоро. Необходимо еще проложить часть коммуникаций. Внутридомовая канализация сделана. Газ тоже, ну, в принципе, трубная разводка, все это подведено. Только сейчас чисто пусконаладочные работы. Ориентировочные сроки сдачи объекта – сентябрь этого года. Большинство квартир отдадут под социальный найм. Поэтому затягивать завершением работ нельзя. Но с этой стройплощадкой проблем практически не возникает, в отличие от соседней. Кровли вам досталось сделать. Какие еще работы предстоит? Внутренняя отделочная работа. Внутренняя отделка, да. Ну и внешний, смотрите. И внешний фасад, вы видите, он заканчивается. Этот дом нужно сдать через месяц. Здесь пытаются решить вопрос с коммуникациями. Заканчивают отделочные работы снаружи и в квартирах. Но остается еще один вопрос к благоустройству двора, который пока и двор-то не напоминает. А сроки срывать нельзя. Сроки очень важны. Не для того, чтобы в этом году мы его и так сдадим, если говорится о статистике, нас вопрос не интересует. Но нам важно, чтобы в эти дома вселились те отдельные категории граждан, которые мы обязаны по программам нашего сегодняшней федеральной программы по расселению детей сирот сюда вселять. Делают ставку на комплексную застройку. После того, как здесь завершится строительство сразу нескольких многоквартирных домов, на этом участке появится вся необходимая инфраструктура. Бульвары, детские площадки, станции скорой помощи и пункты вызова полиции. А в 3 километрах отсюда построят оздоровительный комплекс и плавательный бассейн. Ксения Зубина, Дмитрий Соколов, ТВ-центр Саратов.